В администрации Каспийска на очередном собрании обсудили подготовку к ОЗП 2023-2024 года. Представители властей города встретились с управляющими компаниями, товариществами собственников жилья и ресурсоснабжающими организациями города. На встрече поднимались вопросы о новых правках в законе, подготовке к ОЗП и своевременной сдаче плана. Основной темой встречи стал вопрос о правилах технического обслуживания и ремонта газового оборудования. Так, с 1 сентября текущего года закон предусматривает заключение договоров о техническом обслуживании и ремонте ВДО с газораспределительными организациями. Отметим, что договоры, заключенные до сентября, должны будут приведены в соответствие с положением Жилищного кодекса Российской Федерации до 1 января 2024 года. Кроме того, большое внимание было уделено вопросам подготовки к осенне-зимнему периоду. Специалисты отреагировали на все замечания, с которыми столкнулись инспекторы в ходе проверки, и сообщили об этом управляющим компаниям для скорейшего урегулирования недочетов. Компания «Оазис». Ни одного ни паспорта готовности, ни акта прессовки. В завершении собрания стороны также обсудили начало всероссийского конкурса «Лучший дом, лучший двор». По данному вопросу с докладом выступил первый заместитель главы Каспийска Сергей Шахвалиев. У нас готовится конкурсная документация. Дома будут выставлены на конкурс в соответствии с законом, и дома будут распределены. Значит, сроки, я думаю, в течение 3-4 дней мы первый конкурс начнем. Стоит подчеркнуть, что прошло совещание с участием и других профильных специалистов, завершилась встреча обсуждением других актуальных вопросов, а также подведением итогов собрания.